В этом видео вы узнаете про самого богатого армянина в мире, про Кирка Киркоряна. Вся информация была взята из открытых источников. Кирк Киркорян – крайне талантливый бизнесмен, который с нуля сделал себя сам. Он прошел путь от паренька, бросившего школу, до миллиардера, человека, вылепившего образ Лас-Вегаса изнутри, и сделал этот город таким, каким мы его видим теперь. Родился в США в 1917 году в семье армянских иммигрантов в городе Фресно, штат Калифорния, США. С 9 лет Кирк стал зарабатывать собственным трудом. После 8 классов оставил школу, чтобы работать автомехаником и заниматься боксом. Вскоре после этого он стал местным чемпионом в полусреднем весе среди любителей. Обучался в авиационной школе, был пилотом-инструктором британских королевских воздушных сил, участник Второй мировой войны. После войны летал на самолетах воздушных сил через Атлантический океан, установил рекорд времени по перелету через Атлантику. В годы Второй мировой войны переправлял бомбардировщики «Москита» из Канады на Британские острова. Всего за 2,5 года службы в британских военно-воздушных силах переправил 33 самолета в Европу. Совершил при этом около полусотни полетов, за каждый из которых получил по 1000 долларов. Впоследствии эти деньги и составили стартовый капитал начинающего бизнесмена. Обладая ими, он приступил к торговле самолетами, а также стал открывать чартерные авиалинии. В 1967 году Кирк изменил род деятельности, приступив к постройке самого большого отеля в Лас-Вегасе – отель MGM Grand. В 1986 году он продал его вместе с одноименным отелем в Рено в общей сложности за 594 миллиона долларов. А в 1968 году занялся кинобизнесом и в следующем году стал директором компании «Метро Голдвин Майер», к которой он в дальнейшем добавил компании United Artists 1976 год, Columbia Pictures 1980 год и 20 век Fox. Потерпев убытки, Киркорян поспешил избавиться от Columbia Pictures и счел более надежным вложить деньги в игорный бизнес. Также бизнесмен был в числе крупнейших владельцев другого производителя детройтской тройки General Motors. В 2008 году известнейший миллиардер Кирк Киркорян стал третьим крупнейшим совладельцем американского автоконцерна Ford, выкупив более 5% акций. За эту долю ему пришлось выложить 861 миллион долларов. Кирк Киркорян также не забывает о своей родине. Его помощь исторической родине позволила отремонтировать и построить новые дороги, в том числе стратегически важные магистрали, обновить туннели и городское хозяйство. В пострадавших от землетрясения 1988 года районах появились сотни домов, выстроенных для жертв стихии. Их возвел благотворительный фонд «Линдси», патронировавшийся Киркоряном. Филантропический размах Киркоряна коснулся и культурных объектов республики. Музеи, театры, картины, галереи в последнее время роскошно отремонтированы и модернизированы. О каких еще армянских миллиардерах и миллионерах вы знаете? Напишите, пожалуйста, свой ответ прямо сейчас в комментариях. Давайте соберем список из всех армянских бизнесменов в одном месте. Спасибо большое вам за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, если вам действительно нравится то, что мы делаем.